Привет, друзья! Уходящий 2018 год стал очередным серьезным испытанием для человечества. То, что происходило на поверхности планеты, в небе и в глубинах океана, ученые уже успели назвать климатическим хаосом. Сегодня я остановлюсь лишь на самых масштабных происшествиях, которые оставили глубокие шрамы на теле планеты и в памяти миллионов людей. Начну, пожалуй, с Японии. Аномально холодная и затяжная зима 2017-18 в этой стране, ставшая для некоторых регионов самой холодной за последние 32 года, сменилась самым жарким летом за всю историю наблюдений. В июле столбик термометра превысил отметку в 41 градус. Жара унесла жизни по меньшей мере 65 человек. Как минимум 20 тысяч оказались в больнице. Несмотря на то, что здесь люди не пострадали, факт не менее печальный. 2 октября ураган 4-й категории обрушился на гавайский архипелаг и буквально слезал с поверхности океана остров Ист-Айленд. И хотя часть суши площадью в 0,5 квадратных километра не была заселена людьми, волна полностью уничтожила всех не успевших мигрировать уникальных тюленей-монахов и гнездящихся на острове редких зеленых морских черепах. 2018 год был отмечен возросшей активностью многомиллионных популяций разных видов пауков в разных уголках земного шара. Последнее нашествие на побережье греческого озера Вистанис пришлось на октябрь. Многие сотни метров вдоль побережья и часть жилых домов утонуло под плотным слоем паутины. Вероятная причина бедствия – аномально теплые месяцы, создавшие идеальные условия для размножения комаров. А посмотрите на эти кадры. Они ужасают не меньше. 30 ноября на Аляске, США, произошло мощное землетрясение магнитудой 7 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр располагался всего в 13 километрах от Анкориджа, крупнейшего города штата. В округе введен режим чрезвычайного положения. В результате сильного толчка были разрушены дома и мосты. На автомобильных дорогах появились глубокие ямы и трещины. 11 ноября сейсмологические станции всех континентов на протяжении 20 минут регистрировали странный гул, над происхождением которого до сих пор бьются ученые. Аномалия носила выраженный характер. Дело в том, что волны, излучаемые источником неизвестного происхождения в Индийском океане в 24 километрах от острова Майота, распространялись с постоянным интервалом в 17 секунд. При этом ни одного землетрясения в этом временном интервале не произошло. Еще один тревожный сигнал о том, что с планетой что-то пошло не так, на этот раз исходил от жителей океана. В ночь на 24 ноября сразу 145 китов выбросились на побережье одного из островов Новой Зеландии. Ни одного из них спасти не удалось. Как отмечают морские зоологи, в год регистрируется до 85 случаев выброса китов на берег. Но в основном убивают себя одиночные особи. Вероятная причина последней трагедии – реакция на излучение определенной частоты вследствие подводной сейсмической активности. «20 ноября в акватории Тихого океана в Зондском проливе вновь пробудился вулкан Кракатау. Пока извержению присвоен второй уровень опасности, находиться ближе 2 километров от жерла категорически не рекомендуется». Кракатау – один из древнейших и опаснейших вулканов планеты. Одно из его крупнейших извержений в 535 году, по мнению вулканологов, привело к глобальным климатическим изменениям в масштабах всей Земли. Именно оно разделило острова Ява и Суматра и образовало Зондский пролив. Не хочется, чтобы такое случалось, но вынужден рассказать. 8 ноября 2018 года в округе Лос-Анджелес, США, загорелся лес. Причиной возгорания стала аномальная жара и длительный период засухи. Токсичные облака, насыщенные распыленными в воздухе продуктами сгорания, расползлись на сотни миль от гор до долины и побережья. Лишь к концу месяца пожар, охвативший площадь в 62 тысячи гектар и ставший самым опустошительным за последнее столетие, удалось потушить. Более 40 человек уже нет в живых, 50 тысяч остались без крова. Более 500 числятся пропавшими без вести. На этом сегодня закончим.
Уверен, у сильных мира сего пока еще есть время и шанс одуматься и остановиться у края пропасти. Ведь если этого не произойдет, то их не спасут ни оборудованные бункеры, ни глубокая заморозка, ни туманная перспектива переселения на гипотетическую необитаемую планету. Спасибо за лайки и комментарии. До новых встреч!